Всем привет! Это провожу тест дозиметра Tonfast полностью. Вот. Идеальный дозиметр. Вот он уже нашел, вот его, вот он, нажимаем, включается, о, пикнул, подключился, все, работаем, нажмем найти устройство, вот, пожалуйста, он сам себя находит. График уже пошел. Каждую секунду идет уже график. Так. Все супер работает. Давайте щелочки включим. Вот. Слышно щелчки, каждый десятый включим, выключим каждый десятый, писк, выключим. Я покажу, что работает этот. Гироскоп. Это работает. Все прекрасно. Вон график уже. Все отлично. Все, тест провели успешно. Источника, к сожалению, сейчас нет. Но есть вот грибы. Но от них гамма-излучения нету. От них бета. Только так, что он не должен увидеть ее. Ну, на длинном, если длинный замер будет, то он увидит. На коротком, хотя вот подскакивает до 11, тоже иногда влетает. Но нужен длинный замер, где-то 5 минут, чтобы он увидел цезий 137 в этих грибах. Ну, гамму его. Кнопочка, кабель, все заводское, родное, оригинальное. Вот. Всем пока.